Иногда действительно внутри нас есть такое желание посплетничать, пообсуждать, поговорить всякие разности и нехорошести из-за наших собственных несовершенств. Да, когда мы осуждаем другого человека, что мы делаем? Мы так ему... Да, как будто молоточком его вбиваем, он так в наших глазах становится меньше, а мы так повыше. Станьте таким человеком. Станьте человеком, рядом с которым вырастают крылья. Это, наверное, самое правильное будет. Тогда ты понимаешь, что для того, чтобы быть большим, тебе не нужно кого-то опускать. Вопрос из Инстаграма. Mm-hmm. Почему с одними людьми очень хочется обсудить других людей, а с другими даже мыслей об этом нет? Очень хороший вопрос. Знаете почему? Потому что когда вы смотрите на одного человека, и он наполнен добротой и искренностью, чем-то настоящим, честным, подлинным, красивым, добрым, он наполнен любовью, а у другого человека другие качества больше проявлены. И это вопрос, с чем мы резонируем. Иногда действительно внутри нас есть такое желание посплетничать, пообсуждать, поговорить всякие разности и нехорошести из-за наших собственных несовершенств, из-за своего собственного комплекса неполноценности, из-за своего страха, из-за своего желания казаться выше, казаться лучше. Да, когда мы осуждаем другого человека, что мы делаем? Мы так ему... Да, как будто молоточком его вбиваем, он так в наших глазах становится меньше, а мы так повыше. Я же осуждаю. Но когда мы встречаем человека, у которого сердце наполнено больше любовью и большим принятием, и большим состраданием, он как будто бы излучает вот эти вибрации доброты, вот эти вибрации... уверенности, да, наверное, чего-то настоящего, тогда ты понимаешь, что для того, чтобы быть большим, тебе не нужно кого-то опускать. Этот человек вселяет в тебя веру, и он смотрит на тебя такими глазами, где ты становишься больше. И тогда тебе неохота опускать кого-то. Твой вектор внимания обращен как раз на другое. Для того, чтобы вырасти, нужно вырасти, и все. Нужно просто открыть свое достоинство, и нужно открыть свою мощь и взять и поднять себя, но не опускать другого при этом. Это же так просто. Если кто-то хочет вырасти где-то, то он просто берет и растет, не опуская другого. И да, есть два типа людей, с которыми ты становишься меньше и хочется вырасти, и с которыми ты становишься огромным. Люди, которые провоцируют, наверное, чтобы у вас распустились крылья, чтобы вы смогли почувствовать эти крылья. Тогда не нужно никого обсуждать. Тогда это красота. Станьте таким человеком. Станьте человеком, рядом с которым вырастают крылья. Это, наверное, самое правильное будет. Смотри, а если при мне кто-то обсуждает других людей, ну вот сейчас в моей жизни такая ситуация, мой знакомый работает у меня дома, и... Он достаточно негативный по своему восприятию жизни и проявлению. И то, что я от него слышу, это очень много осуждений и обсуждения какого-то, ну, то есть чего-то, что он говорит про других людей и про ситуации. Да. Это значит, он как зеркало показывает меня, что во мне это есть? Или как к этому относиться? Нет. Иногда мы не можем остановить другого человека. Да, мы не можем остановить поток другого человека, потому что для него это может быть способ защиты, способ функционирования, способ думать, смотреть на мир. Это его выбор смотреть в негатив. Нам просто не нужно это поддерживать. Нам просто не нужно следовать за этим. Если это течет из него, ну и пускай себе течет. Главное, чтобы это не затрагивало тебя, и главное, чтобы ты в своем течении не присоединялась к этим сплетням, к этому негативу. Да, что внутри тебя остается? Если ты можешь перевести разговор на что-то более красивое и доброжелательное, это здорово, но не всегда это получается. Да? Тогда ты просто на это смотришь, ну, как на неизбежность.
Да, есть родник с чистой водой, а есть стоковые каналы, и они тоже должны быть. Правда? Есть канализация, и она тоже должна куда-то уходить. Но если ты огромное красивое озеро, или море, или река, которая наполнена чистой водой, то, попав туда, любая стоковая труба, да, любой сток растворится и превратится через некоторое время точно так же в чистую воду, потому что там всякие симпатичные микроорганизмы ее обработают. Да, просто будьте тем, где растворяется вся эта грязь, весь этот негатив. Станьте этим. Большой красивой рекой. Ну, то есть это как раз получается та работа с впечатлениями, с осознанностью к впечатлениям, которую мы проходим на курсе эмоциональной зрелости, да. Который студенты проходят, да. И делают. Да, да. Ну, правда, очень часто мы не можем сказать, знаете что, вы тут плохое впечатление на меня производите, поэтому либо заткнитесь, либо выйдите. Нет, это тоже неправильно, потому что это осуждение, да, это оценка, это... Здесь вопрос... Наполнитесь для себя теми впечатлениями, что бы ни происходило вокруг, вы все равно будете наполнены светом, вы все равно будете наполнены любовью, вы все равно будете наполнены добротой и состраданием. Можете посмотреть на этого человека с большим состраданием. Представляешь, как он мучается? Представляешь, в каком аду он живет? Это так. Но ты ничего ему помочь не можешь, потому что он должен захотеть из этого выйти. Даже когда ты будешь ему читать нотации, или если ты ему сделаешь замечание, или если ты что-нибудь скажешь, ты еще больше его туда поместишь. Но если ты будешь пустая, если ты будешь на это не реагировать, да, такое не реакция, действие как не реакция, как не действие, да, тогда ты станешь для него помощью. Возможно, через некоторое время он вспомнит, что я проработал 10 дней в этой квартире. Надо же, я говорил только негатив, а от этого человека не услышал ничего негативного в ответ. Она даже меня не поддержала. Может быть, можно по-другому? Мы не знаем, чем закончится эта история. Мы никогда не можем проникнуть в душу другого человека и увидеть, что сейчас внутри него происходит. Может быть, он стоит на своих рельсах и на своих автоматизмах, обсуждает другого, критикует, да, смотрит негативно, и рядом человек, который просто сидит, находясь в другом умонастроении, находясь в другом уровне бытия, его сейчас лечит. Просто потому, что он замечает, что можно по-другому. Не осуждать, не критиковать, а просто конструктивно мыслить.